Что, друзья мои, доброе утро. Добро пожаловать на канал. Меня зовут Феликс. Я из Беларуси. Это мой кот. Люмчикос. И мы сейчас находимся с вами в Испании. И у нас осень. Мы проснулись. И посмотрите, что я вам хочу показать. Прелести жизни. Ой, недавно отремонтированный дом. Прошел дождик. Прошел дождик и сейчас главное тут навести. А вот. Это, извините меня, за пару минут накапал. Вот она жизнь. Вот она жизнь в хавьеровском домике, да. Ну-ну. Дождичек, конечно, был сильный, но я вам сейчас еще покажу просто. Я уже тут так просмотрел. Вот эта стена, посмотрите, как намок. Я не знаю, что это за окно, как оно тут вставлено. Да? Макасяндрес. Смотрите. Да, видишь, как все протекло. Иди сюда, только беспокойный был. Думаю, что она затапливает? Она затапливает, да, ты думаешь? Папа тебя спасет всегда. Правда? Всем привет еще раз. Ну что, утрочко началось с уборки, но на самом деле утро началось даже не с этого. Да, я с утречка уже, видите, в баечке, потому что уже как-то, так знаете, халявка прошла. Значит, что случилось? Уже два утра подряд. Вы сейчас будете смеяться. Два утра подряд я просыпаюсь где-то в 6 с копейками. Но не потому, что я хочу проснуться в 6 с копейками, понимаете, а просыпаюсь, а вообще непонятно, что происходит. Я просыпаюсь, и вот этот вот свет, эта лампа, она зажжена, понимаете? Я думаю, что происходит такое? Я не понял вообще просто. Ну, вчера я как-то не обратил на это внимания, ну, думаю, ладно, там, может быть, забыл бы что-то выключить, там, у меня пульт этот рядом. И сегодня утром то же самое. И вчера, и сегодня с утра как бы шли дожди. Сегодня очень сильный дождь, да, то есть вот залило. Еще раз вам покажу. Видите, там, я не знаю, будет ли видно такие разводы. Ну, короче, так нормально. Нормально тут залило так вообще. Так прямо с лужей такой, знаете, такая лужа. Прям пришлось убираться. И сегодня этот... И опять этот свет, понимаете, я просыпаюсь, он такой, знаете, мне прямо в глаза. Я вообще не понял, что происходит. Я так думаю, что это проводка. Правда? Я так думаю, что это проводка. Она там еще что-то такая. Ой, блин. Как мне сегодня прислали в Инстаграме эту такую картиночку. Котик гадает на картах Таро. У тебя все получится, но через жопу. Вот, но есть и приятный момент. Сейчас мы будем с вами пить кофе, и я вам этот приятный моментик всем покажу. Улично? Там стоит посылочка, я купил себе новые туфли. На Инстаграм показывал, ну, короче, не зашли они мне. Стоили 250 где-то евро. Я проверил фирму как бы, ну, английская, все там прилично.
Вот, на скидке были 90, я купил. Джо. И ну, какой-то вообще даже там не кожа. Кожа была внутри, сзади, а основная часть какая-то была вообще какой-то кож-дермантин какой-то. Вообще мне не понравилось. Но я вам снял один маленький коротенький видосик, который поставлю. Я думаю, что вам понравится, особенно тем, кто в Leave Me Alone к теме. Вот, кто не знает, что такое Leave Me Alone, поставлю здесь видео, посмотрите, кто новенький. Очень интересно. Вот, ну, а там еще, видите, такой маленький-маленький такой пакетичек лежит, такой беленький, там маленький, такой, так, чашечка кофе моей. Сейчас мы его будем распаковывать. Будем распаковывать. Мужика, мужик мой. Моя носик. Где боли? Чё, шпатки? 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 Я ему придумал новую кличечку. Потому что я его называю, вы знаете, что сын, да. Ну, ласкательно, так я говорю, Синя, Синя, Синя. Вот. А когда я просыпаюсь, в комнате темно, а он обычно проснулся уже и сидит всегда на меня, там что-нибудь смотрит. И в темноте я только виден его силуэт, потому что он такой черный, да, и эти уши у него такие, как рога, похоже на черта. Он похож на черта с утра. Наш просыпаешься, он тебе сидит какой-нибудь черт такой. Вот. И я его называю теперь чертовсиня. Вы поняли. Не черта, как правильно сказать уже, после себя. Черта. Что за чертовщина? Щина, да? Что за чертовщина? Мы говорим чертовщина, а я буду говорить чертовсиня. Чертовсиня. Ты чертовсиня, что там у меня? Что там такое в носике? Ну, что будет? Смотрите, как разодрал себя. Давай покажем, как мы еще разодрали себя. Ну посмотри, как ты себя разодрал. Ну что это такое? Папа уже испугался, может быть там какой-нибудь у тебя кто-то там засел у тебя. Я же тебя выпускаю погулять в патио. Нет, просто разодрал, дурачок. Я не дурачок. Вот так мы готовы проводить все наши дни, правда? Лежал бы на папе и лежал бы только, да? Папочке надо вставать. Папочка сейчас будет видео снимать для своих любимых подписчиков. Твоих подписчиков, конечно. Там знаешь сколько, какая у тебя армия поклонников. Люмчик, ты проверил, что там? Ты проверил, что там у папы? Ну что там? Эй, ай, жопкин. Ну что? Поиграться. Поиграться надо, да. Ну что, новая игрушка? Новая игрушка? Папа купил новую игрушку. Давай танцуй, танцуй. Может, кто из подписчиков донат выдаст, а? Игрушки что, просто так не приходят? Это ж папа покупает, а? Ну давай, давай. На. А. Схватил. Давай, давай. Оп, 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 оп. Ну, тяжело. Ну, хоп. Ну, мои дорогие, немножечко введу, как всегда, интригу. Интригу для вас введу. Как вы думаете, что тут? Что тут такое? Что ваш благирюшечка себе прикупил? Такая история тоже. Не просто такая покупочка. Пришлось целый план составить. Добывание. Добывание. Где там план? Ну где ты там? Спрятайся, спрятайся. Все уже бьется. Так что смотрите, следующее видео будет у нас такая полноценная, длинная распаковка с историей.